Вы смотрите отзыв об отеле Trip Havana Libre. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Кайроли, который был в нем в 2010 году. Останавливались в этом отеле на 2 ночи сразу по прибытию на Кубу. В целом отель оставил хорошее впечатление. Очень просторный и чистый номер с отличным видом. Мебель не новая, конечно, но симпатичная, светлая, все аккуратно, приятно. Отдельная зона с умывальниками и гардеробом, а ванна и туалет уже за дверью. Есть мини-бар, телевизор. Кровати широкие. Персонал не то чтобы мега услужливый, но кубинцы вообще люди с чувством собственного достоинства. А все вопросы решились вполне нормально. Сейф платный, 2 кука за сутки. Намагничивают для открывания одну из карт ключей. Завтрак отличный, куча свежих соков, хорошего качества сыра, мясные нарезки, есть хамон. Вкусный стол с слабосоленой рыбкой и разными испанскими закусками. На первом этаже у входа сидят представители туристических компаний. Есть и такие, что говорят по-русски, готовые помочь и организовать любые туры и экскурсии, дайвинг, поездку на Кайо-Ларго или любые другие курорты и тому подобное. За рецепцией есть телефонный пункт. Можно звонить по Кубе или за рубеж, прайс вывешен. Вроде бы там же есть интернет, тоже платно. Расположение отеля не идеально, но имеет свои плюсы. До Старой Гаваны придется ехать или на такси, или идти минут 40-час, но зато отсюда удобно посмотреть университет. Просто рядом площадь Революции с монументом Хосе Марти, минут 20 пешком, а также кладбище Колумба. Рядом же оживленная улица Ла Рампа, много кафешек, Живо и Домоликона, где приятно гулять, буквально пара минут ходьбы. Так как у нас было несколько заездов в Гавану, то мы разделили их на разные районы. На самом верху отеля есть клуб с отличным видом на город в огнях, приятно посидеть, полюбоваться вечером. Коктейли, правда, прилично дороже среднегаванских цен, но терпимо. Лифты скрипучие, едут с некоторой перегрузкой, но их достаточно много, ждать не приходится. В общем и целом, отелем я довольна, пожить в этом месте с интересной историей было приятно. Все-таки свидетель революции. А полный рассказ о нашем путешествии можно прочитать здесь. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.